Добрый день, меня зовут Андрианов Андрей, и я занимаюсь видеосъемкой. Но этот сюжет не обо мне. Это небольшая видеозарисовка о моем городе. Городе, в котором я родился и вырос. Исторические корни города Ходькова берут в 1308 году. Именно в это время был основан Покровский монастырь, который является одной из центральных достопримечательностей моего города. В 1862 году сюда прокладывают железную дорогу и появляется своя железнодорожная станция. Населенный пункт становится пристанционным поселком. После войны появляются городообразующие предприятия, и в 1949 году населенному пункту присваивается статус города. Нынешняя Ходькова насчитывает около 22 тысяч жителей, и с каждым годом численность городского поселения увеличивается. А сам город постепенно развивается. Возводятся новые многоэтажки, облагораживаются дворы и детские площадки. Недавно была построена новая школа и детский сад. Вместо старого кинотеатра возвели новый культурный центр имени Елизаветы Мамонтовой, где регулярно проходят творческие мероприятия. Стадион, расположенный в центре города, преобразился и стал отвечать всем требованиям современного фитнес-центра. Конечно, за всем этим описанием города скрыты внутренние трудности, но в каком городе их нет? Главное, чтобы администрация и жители Ходькова не прекращали работать над преодолением и решением всех возникающих городских проблем. Ведь только сообща мы можем улучшить свой город. Конечно, я еще много могу рассказывать о городе, о окрестностях и событиях, которые здесь происходят, но это уже в другой раз. А сейчас я хочу обратиться к тебе, мой дорогой зритель. Если тебе хочется создать более насыщенный рассказ о городе Ходькова или Сергиев Посаде, то присылай мне текст своего рассказа, и, возможно, именно он прозвучит в новой версии этого видео, но уже сделанного в летнее время года. Все ссылки для связи со мной расположены в описании к видео. И на этом месте я не прощаюсь, а говорю до свидания. Данное видео подготовлено мной, Андриановым Андреем. Видеосъемка с воздуха, Бакатин Сергей.